Молодцы. А потом, знаете, вот пошла перестройка. Пошла перестройка дальше по программе-то. И я в это время учился в театральном институте с Мишей Евдокимовым, царство ему небесное. Учились мы, как подорванные, на странном отделении заочные. Актерская профессия, и вот актерское заочное отделение. Мы приезжали два раза в год, по полтора месяца, и с утра до вечера ставили отрывки, изучали русский театр, зарубежную литературу. В общем, все подряд. И некогда было даже сходить на обед, и каждый что-то с собой приносил. Вот артистка Григорьева, она такая приносила с собой яблоко. Она следила за фигурой, и вот обед, яблоко и все. Вот. Круче нее был только один парень из Кургана. Он приносил кипяченую воду. Вот. А девушка Марина из города Сочи, что было в буфете в гостинице «Спорт», то она и приносила. 4 бутерброда с черной икрой и 2 бутылки шампанского. Такой обед. Вот. А Миша Евдокимов подходил к метро. Там стоял такой дядька в когда-то белом фартуке. И в такой алюминиевый лоток большой, тогда хот-доги только стали продавать. И он ему говорил: пойдем со мной. Вот. И этот дядька приходил в аудиторию, он говорил: угощайтесь. Вот такой был Миша. Вот песня, написанная в то время, называется «Хроники перестройки».